Всем привет, с вами Стив Фидик, и добро пожаловать на Zildjian Workout. Сегодня я хочу показать вам упражнение, которое я играю во время своих занятий и которое я показываю своим ученикам. Оно называется «Триольные ритмы с акцентами». Это двухтактные фразы, которые мы повторяем 4 раза, в итоге получается 8 тактов. Будем играть упражнение на малом барабане. Таким образом, мы можем развить ровную и стабильную игру акцентов обеими руками. Затем на втором этапе мы перенесем паттерн на томы и придадим ему динамическую и мелодическую форму. Наконец, на третьем этапе неакцентированные удары на малом барабане мы заменим двойками. Начнем с медленного темпа. Будем играть 5 упражнений, которые я выписал специально для вас. Затем понемногу будем увеличивать темп, так что присоединяйтесь ко мне. Добавляем томы. Теперь меняем на двойки. Упражнение 2. Теперь с томами. Играем ровно. И расслабленно. Никакого напряжения. С использованием томов. А теперь на томах. Заполнение двойками.
Хорошо. Вы можете использовать эти паттерны и идеи в качестве различных заполнений во время игры как в небольших ансамблях, так и в оркестрах. У них очень хорошее ровное звучание с присутствием мелодических форм. Я советую вам придумать затем свои собственные паттерны, но сначала хорошенько освойте эти. Теперь давайте увеличим темп и сыграем упражнение заново. Триольные ритмы с акцентами в целом очень полезны для развития ровной игры с акцентами. Переходим на томы. Расслабляемся, а теперь на томах. Заполнение. Это были триольные ритмы с акцентами. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравились упражнения. Всего хорошего.